Всем привет! У меня в гостях Людмила Колесник. Мы вот переписывались несколько лет в социальных сетях. Людмила пишет картины. И вот смотрите, с какой красотой она сегодня к нам пришла. Как давно вы пишете? 3 года. 3 года как начали? Да, так интенсивно. Так. Вот картины посмотрите, масло, какая картины. Красота. У нас сегодня картины масла. Так. Эта сирень идет моей маме, я сразу говорю. Так, это у нас море или озеро? Море, да? Я очень люблю писать море. Да? Это моя страсть. Красота. Так, и здесь у нас уже... Это современные абстрактные картины. Они сейчас очень популярны. Современные абстрактные картины. Вот такая красота у нас есть. Большое спасибо. Спасибо большое. Творчество. Очень приятно. И за то, что сегодня сделали нам хорошее настроение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.